здесь можно покататься на канатной дороге. Цены очень приемлемые. Нет необходимости ехать за границу. Здесь, можно сказать, есть все условия для отдыха. С начала января туристический комплекс «Шахдах» посетило много туристов. Большинство из них приезжают сюда, чтобы увидеть настоящую зиму, вдохнуть немного морозного, свежего воздуха. Для этого здесь созданы все условия. Поэтому сюда встретить Новый год, да и просто отдохнуть, стекаются люди и из других стран. Мы приехали в этот отель встречать Новый год по совету друга. Могу дать высокую оценку как созданным условиям, так и уровню обслуживания гостей. Все организовано на отлично. Понравились и лыжные трассы. Я рад, что приехал. Мы приехали в Шахдах с семьей. Прекрасное место для отдыха. Заснеженные горы, свежий воздух. Все это очаровывает. Интересно, что параллельно светит солнце и идет снег. Человек чувствует здесь себя счастливым. Уже в 10-й раз мы приезжаем в Шахдах. И после этого, я думаю, приезжать сюда каждый год. В целом, нам очень нравится Азербайджан. Люди здесь очень гостеприимные. Мы чувствуем себя здесь очень хорошо. В туристическом центре Шахдах функционируют канатные дороги, есть более 20 склонов. Для туристов, впервые поднявшихся на эти высоты, профессиональные инструкторы проводят специальные занятия. За эти 10 лет мы подготовили, наверное, около 10 тысяч лыжников. Вы и сами можете видеть, что большинство гостей Шахдаха – это любители покататься на лыжах. Помимо катания на лыжах, в комплексе также организованы туры на сноубордах, аэролыжах и квадроциклах. Кроме того, созданы условия для любителей зиплайна и пейнтбола. Дети катаются на санях, имена били. Развлечения привлекают сюда туристов. С этого года у нас новые сюрпризы. У нас новшества как для взрослых, так и для маленьких гостей. Пусть останется сюрпризом. Когда наши гости приедут, они смогут воспользоваться ими и получат огромное удовольствие. В дни новогодних праздников в Шахдах посетили около 10 тысяч туристов. Более половины из них катались на лыжах. Свыше 3500 остановились в отелях. Поскольку зимний туристический сезон только начинается, большинство туристов приедут позже. Эльнур Таймуров, Эльчин Гурбанов, Ксения Анисимова, Новости Астаны.